15 школ Тверской области в этом году ждет модернизация. Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению главы региона. В зданиях будут проведены работы капитального характера. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Особое внимание к качеству материалов, контролю хода ремонтов. 10 школ-участников программы были определены в прошлом году. Дополнительно в проект по модернизации включили еще 5 учреждений. Там отремонтируют кровли, фасады, системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, выполнят другие виды работ. В некоторых школах работы уже ведутся, а где-то ремонт и вовсе завершен. Эти учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий.